Не-не-не, подожди, я хочу к этому сходить. Вот к этому. Пацаны вообще уже не респаются, походу. Как и раньше. В этот раз чуть сложнее, но для участника вроде тебя проблем не будет. Ну, готов ко второй серии? Если ты сможешь добраться до конца и уцелеть, билет в оазис твой. Ага, ну ладно, давай. Прекрасно, прекрасно. Зайди в ворота снова. И удачи. Он тогда говорил, что переделывает шоу для следующего сезона. Где? Поехали! О, бегут, бегут, бегут. Такое, блин. Что за взрывы? Ай-я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 й. Так, метка 79. Ух ты, 6 арен. Ничего себе. Шесть арен, это охереть. Мы готовы ко второму испытанию? Я готов. Сюда при... Блин, меня сейчас убьют.
Да, ё-моё, я так и знал. Нет. Вот так вот нормально. Хорошо. На всякий случай перезаряжусь, на. Все, ужас. А, тут надо эти струлять. Давай уже. Господи, как ты долго перезаряжаешь, пипец просто. О, тут даже такие есть. Может, у меня картечь что-то не хватить. Нормально, вроде выживаем пока. Так, ну тут скорее всего будет босс. Должен. Так, ну здесь не босс. Минус.
Да издеваешься, ё-моё. Аж рука дрожит. Еще один раунд. Так, ну у меня 80 выстрелов есть, я думаю, хватит. Ха-ха! Это весело. Будет больно. Черт. Не попали. Что ж такое-то? Предлагаю добавить жаров. Так, ну меткость, в принципе, 60% неплохо довольно-таки. Так, еще одно достижение в Стиме открылось. 88 800, ну почти 1000 баксов, почти 900, ладно. Мы долго будем смотреть твои записи. Нет, это же мой любимый участник. Снова в строй? Нет. Нормально. Так, теперь нам надо зачистить эти канализации и тогда уже отправляться. Еще бы этих бы встретить бы. А то у меня движок-то не очень. Есть пацаны? Есть пацаны. Куда же они делаются, видимо? Вот это я понимаю. Так, нет, я же не в эту сторону. Мы нам на мост.
Норм? Норм. Так, интересно, будет ли тут здоровенная горилла. Наверное, не должна бы. Так, ну горилла не горилла. Ой, бля, муха, ни хрена не вижу. Жить можно, правда, у меня нету патронов. 56, это не серьезно. Ничего, затаримся потом. Сбивают меня прицел, сволочи такие, а? Дегенераты. Ой, обрыгал мне весь экран. Завершено. Отлично. Так, теперь. Главное не подставиться. Главное не... Так, а где машина-то моя опять? По-моему, вот тут вот она, да. Подожди. О, идет, бежит. Надоел, а? Ужас какой-то. Гаси их тут. Да блин, ну, понятное дело.
Копаются. Копаются. Да, бляха, муха. Завершено. Еле-еле на самом деле, блин. Завершено-то. Кстати, у меня два есть разряда дефибриллятора. Вот как это правильно выговорить надо. Короче, вон внизу экрана под количеством патронов у меня две ячейки энергии нарисованы. Одна заряжена полностью, вторая сейчас заряжается. Не смог выговорить. Да, блин, опять ты! Как вы достали, слушайте. Сейчас, я сяду. Сейчас тебе будет весело, слышишь ты. Вот так вот. Тебе было весело? Я думаю, да. Так, мне бы надо бы на награду Сали сходить. О. И тут народ, как всегда. Блин, как ты умудрился промазать, а? Да. Ой. Третий быстрый выстрел был явно лишним. Так это самое, чтобы с ветерком и с громом и молнией. Чтобы все знали, что я еду. Мне в первую очередь нужна картечь. Потому что с картечью у меня проблема. Я ее всю расстрелял. Так, ну сначала Салли дай мне, дай. Только не говори, что ты мне сейчас дашь. Три штуки дашь. Награда. Даже не три, даже две. Ёпта фэлаля. Почему все время сбрасывается, я не понимаю. Это чтоб, наверное, был этот самый, как его зовут, смысл гонки проходить. Но, по-моему, у меня должно хватить сейчас на этот... на движок. Посмотришь на мои товары? Давай. Все самое лучшее. Мне нужна картечь. У меня ее очень-очень мало. Вот, нормально. Вот так я согласен. Доброго дня. Мусор я продавал, не продавал, смотришь, я не помню. На мои товары. Есть эксклюзивные вещи. Так, припасы, турелька, там всякое такое. А, нет, не продавал. Это мне теперь уже не надо. Так, мусор.
Окей. У меня замоколомки две штуки. Мне надо, наверное, еще парочку сделать. Приятно иметь с тобой дело. Так, парочку замоколомок сделать. Как это сделать? Крафт. Так, могу, кстати, гранат сделать. Пусть будет. Так, стрел контроля разума не нужно. Так, вот улучшенную машинку есть смысл забабахать. Так, замоколомки. Итак, после того, как меня отвлекли, я не помню, что мы здесь делали так конкретно. Уже довольно-таки давно не играл. Так, билет в Оазис у нас есть, как бы. Награда Салли. Уничтожь технику по заданию Салли. И все такое. Это не то. У меня, по-моему, уже все тут... Посмотришь на мои товары? Так, что-то я хотел у тебя купить, что-то я хотел тебе продать. Что я хотел тебе продать? Что я хотел у тебя купить? Вопрос так, это у меня навалом. Снопа мне хватит. Этого навалом. Это я даже пользовать не буду, потому что вот это вот покруче вещь. Ба, у меня 3000 денег. Серьезно, у меня 3000. Тогда, я думаю, надо ракет прикупить. Хуже-то от этого явно не будет. Вот так вот. Так, этих, наверное, мне не надо. У меня сколько замоколомок? Подожди. У меня так, я так понимаю, у меня есть они, да? Да, у меня есть шестеренки. А чё мне не хватает для того, чтобы замоколомку делать? У меня их 4, да не приятно надо мне. Приятно иметь с тобой дело. У меня, в принципе, их достаточно, этих замоколомок. Так, я помню, что у нас вроде как хватает сертификатов на новое двигло. У меня есть все, что нужно твоей машине. Глянешь мои товары? Робот-ремонтник быстро ремонтирует поврежденную машину. Может, вот это вот прикупить? Чуть-чуть. Авиатурель. Стреляющий по вражеским машинам. Ух ты. Вот это, наверное, надо пару-тройку купить. Пусть будет. Тем более, что все равно у нас денег дофига. Да, я могу купить себе двигло. Рад был пообщаться. Пусть шай будет. Так, тут у нас никаких больше. Так, билет в Оазис у меня, кстати, есть же. Можно его, наверное, отдать. Вернитесь в джекпота. You're back. Да. Wow. Where's the ticket? Ну вот он. Finally. Goodbye, Rocky Shithole. Not so fast, Clive. How do we get into that base? All right, here. Don't ask me how I got it, but take this access card. That'll get you past the security system. Some of the maintenance tunnels beneath Wellspring have been sealed off to keep mutants from wandering into town. That card will get you into the tunnels. From there, just follow that pretty little nose of yours all the way into the base. Good luck. Scorchers love visitors. He's right. The Scorchers will throw everything they've got at us. Gear up and meet me back here as soon as you can. Угу. То есть она мне намекает на то, что я вернуться и затариться не смогу. Надо посмотреть. Надо посмотреть, что мне может пригодиться.
Я, наверное, по сюжету пойду. Вот это. Так, Куприна. Выбрать предметы. Да, пусть будет. Так, ремонт не надо настроить. Подвеска стандартная, качественная. Тема нахер. Вот это оно. V8, а это V10. Посмотрим, насколько он будет шустрее. Пора уже по сюжету немножко продвинуться. О, да, пошустрее поехал. Намного пошустрее поехал. Иди нафиг. Некогда мне. Так, ну и тут, конечно же, будут. Да. Минус один. Иди сюда, сюда. Вот так вот. Вот это дело. Так, и чё? О, кто-то еще едет. Ты посмотри на них, а? Так, он сейчас здесь появится. Минус. Так, мне надо по ходу дела опять через канашку пролезать. Вроде того. Так, я тогда бибику свою здесь оставлю. Пойдем сходим, узнаем, что там хотят от нас. Данные раздобудьте. Я просто проверяю, у меня новая мышка, не сбилось ли управление. Мыху поменял. О. Серьезно? Тут теперь эти твари, я имею в виду правительство. Патроны правительства. Но мне нужны филтры, эти самые другие, филтритовые. Окей, вот теперь я готов драться со всякими сволотями. Какие вещи-то тут разбросаны. Блин, это вот печально. Переключаться так быстро я, наверное, не смогу. Ну ладно. Ух ты. Шестеренки. Здесь я не был явно. Ух-ху. Печаль. Так, сюда, куда? Куда идти?
наверх идти. Не понял, я же здесь был. Меня сейчас выпустят, что ли, вы хотите сказать или нет? Да как-то нет. Ну да, выпустят. А тут что-то прям совсем все плохо. Так, я опять неправильно поставил клавиатуру. Ну, привет. Ему вообще насрать. Так, я так понимаю. Кто-нибудь его видит? Не надо гранату. Надоел. Ой, давно не стрелял уже. Опять осколочно. Что ж вы какие меткие тут твари, а? Блин, одни гранаты. Так, ну я вроде тебя вижу. Да ты издеваешься. Я сам ты, блин, не вижу. Ну ты живой? Откуда он стреляет? Ни хрена не вижу, вот отца. Где ты, как тварь такая, а? Он уничтожил всю команду. Сессия на 12 часов. Ага. По-моему, это был последний. Так. Тебя обыщем. Так, это возьмем тряпки. Очень странно. Так, это не то. Может, нам теперь позволят эти двери открыть? Хотя вряд ли. Я так понимаю, это вообще вон куда-то
В другую сторону придется плюхать. Да, но эти меня уже не впечатляют. Пейзажи. Это чё? У вас только двое было? Ну, это вы зря. Нельзя тут деньги забрать на пороге. Где кто? Господи, вы задрали уже осколочными своими. Тем более это была не осколочная, а ими граната. Ну и где вы? Ладно. Их было тоже всего двое, короче говоря. Так, ну тут больше нет ни хрена. Ай да дальше. Я так понимаю, тут только с правительством придется воевать. Мутанты здесь больше не живут. Так, где я его? Вот он я. Этого здесь сделал. Погоди. Промазал немножко, но по-моему он сдох. Нет. Ну вот сейчас точно сдох. Это мне. Так, вот здесь вот я смогу. Во-первых, это все возьмем. Да, могу. Давай. Отлично. Вот тут сколько всего. Бинты и всякое такое. Канистра. Патрончики. Ну и больше нет ничего, да? Ну так я бы сказал, бедненько, бедненько. Так, а где тут был мужик, валялся труп, точно, вот он. Давай, давай. Мутантики, я вас уверю. Есть смысл с напой поработать. Так, ты где ты? А вот ты. А я тебя вижу. Ой, блин, да что? Что-то к новой мышке не могу привыкнуть, твою мать!
подвожу ее, она не подводится. Да, и тут тоже просто провтыкал. Что-то, блин, подвожу, а она не подводилась. Ладно, вот так тогда. Она немножко по-другому работает у меня, эта мышка. Силу трения у нее больше, нежели у старой. Что у вас тут интересного? Этого раньше тут, по-моему, не было. Натурально этого тут не было. Так, надо переключиться обратно на пулемет. Все-таки он на средних дистанциях лучше работает.